Меня зовут Софья Николаева. Мне 9 лет. Я ученица 4 класса. Я проживаю в Коста-Рике. В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Я хочу рассказать вам про моего прапрадедушку Пономаренко Ивана Миновича. Когда началась война, мои прапрадедушка и бабушка жили в Курской области. Во время войны он был партизаном, потом перешел в полк, дошел до Берлина и вернулся младшим сержантом. Дедушка был портным и своей кропотливой работой способствовал продлению сроков носки обмундирования всему батальону. Он попадал под обстрел в городе Мюнхенберге. Получил медаль за боевые заслуги. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши прадеды. Мира вам! С Днем Победы! С Днем Победы! Ура, ура, ура!